уже целый ряд из протестантских, то есть протестанты, как правило, одна из них, руководительница протестантского направления, говорит, когда Христос говорит о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, то он подразумевает совсем не небо, а он говорит о благоустроении земной жизни. Открыто уже говорят. Ну, мы говорим, это сектанты, это протестанты, что они понимают? Так вот, вы видите, какая серьезная сейчас ситуация. Постепенно происходит смена векторов. Все основное внимание направляется на благоустроение этой жизни. Самое большое почитание – те, кто нам помогает в этой жизни. А святые, что Христос, во-первых, говорит, «Царство мое не от мира сего», к чему все время христианство направляло человека – это в очищение души своей от всякой грязи. Христианство утверждает о первичном, является что? Духовное состояние человека. «Блаженны чистые сердцем они Бога узрят, где чистота сердца, там будет и порядок жизни». Там будет и благоустроение общественной жизни. Потому что от чего мы все страдаем? От лукавства, обмана, терроризма. Кто это делает? Грязная душа. Руки делают то, что приказывает наша несчастная головка и наше богатое сердце. Поэтому христианство направлял, и Христос поэтому направлял все свое внимание и убеждал людей, что ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все земное приложится вам. Вот в чем суть христианства-то. Но посмотрите, еще раз повторяю, как все переворачивается. Нет. Нет.